Эти соревнования проводятся в рамках Всероссийского фестиваля по массовому футболу. В День российского футбола на поле универсального спорткомплекса Подмосковья собрались 6 команд девочек и 6 команд мальчиков. Возраст участников 10-13 лет. На поле футболе многие уже не новички, но еще и не начинающие профессионалы. Здесь участвуют ребята и девчонки, которые не учатся в спортивных школах, не обучаются, не задействованы в каких-то командах, в соревнованиях различных. То есть для многих здесь вот это первые соревнования. Мероприятие имеет недолгую историю, проводится в третий раз, но уже несет и выполняет важную функцию, помогает приобщить детей и подростков к спорту и отобрать наиболее способных. Берем ребят на карандаш, они начинают уже более профессионально тренироваться, и отбор идет. Вопрос равноправия полов также учли. Второй год принимают участие в футбольном фестивале и девочки. Начинали, говорит заслуженный тренер Александр Лексин, с двух команд. Но из-за востребованности открыли в школах района оздоровительные группы. И теперь в школах есть возможность играть в футбол и у девушек. Успехи, как говорится, налицо. Совсем недавно женская команда мини-футбольного клуба «Спарта Щелково» стала призером в первенстве России по мини-футболу среди женских любительских команд первой лиги. Вот и цель попасть из массового в профессиональный футбол теперь имеет явный стимул. Я здесь нахожусь для того, чтобы не только провести и организовать это мероприятие, но и для того, чтобы отобрать самых перспективных и пригласить их в наше отделение женского мини-футбола детской спортивной школы. Итоги игр подвели на поле, лучших наградили кубками, медалями и подарили мячи для школ.